нас разил палочник один, сам по себе. Галапагосцы. Никто так не может, а он смог. В 1859 году, через 24 вот его дети. Года после того, раз, как Чарльз Дарвин покинул Галапагосские острова, наконец-то был опубликован его труд «Происхождение видов». Изменивший вот мир на листке сидит четвертый. Куча яиц, Влада, если они тоже провяжутся. Вот он. Источником четвертый. Видов. А вот папаша. Или мамаша. Хавает. Как так, нафиг? А я сейчас до сих пор видео снимаю. Он ест? Угу. Чуде, а ты помнишь, у него живот был с утолщением? Вот это он был перед. Гигантские черепахи настолько впечатлили древних моряков, вот, а что те назвали в их честь острова. Вдвоем. Из тех источников, которые я знал. Но наш особенный. Их жирное мясо. Я тебе сказал, как это, возможно, могло произойти. Возможно, он сам себя, оплодотворил. Сначала, это, возможно, такое выживание, для выживания сделано природой. Если остается одна особь, но она может быть...